Нурсултан Назарбаев согласился участвовать в президентских выборах. Об этом главу государства в ходе 16-го очередного съезда партии «Нур-Отан» просили представители интеллигенции, ученые, поэты, врачи и бизнесмены. Все делегаты сошлись во мнении, что успехи страны в экономике, политике и социальной сфере достигнуты благодаря четкому курсу главы государства. Я пришел сюда и выступаю перед вами, наверное, соглашусь с вами о выдвижении моей кандидатуры с одной лишь целью, чтобы предложить новые задачи, сложные задачи, которые перед нами стоят. Человек должен идти на выборы, если у тебя есть набор программ целей, за счет которого ты хочешь улучшить жизнь своего народа. Если нет такой цели и задачи, нечего туда ходить, иначе получается по-другому. Так вот, сейчас я выдвигаю 5 институциональных новых реформ. Создание профессионального автономного государственного аппарата, обеспечение верховенства закона, индустриализация и экономический рост, основанные на диверсификации, нация единого будущего и развитие транспарентного, либерального, подотчетного государства. Делегаты съезда единогласно проголосовали за выдвижение Нурсултана Назарбаева в кандидаты от партии «Нур-Отан» на предстоящих президентских выборах. Нурсултан Абишевич для меня остается ярким и вдохновляющим образцом огромной любви к своей родине, к своему народу. Свою судьбу он посвятил родной стране, и сегодня все успехи и достижения независимого Казахстана неразрывно связаны с именем первого президента. Народ Казахстана сегодня доверяет своему Елбасы, с ним связывает свою судьбу и судьбу своей страны. Поэтому мы с вами сегодня выдвигаем достойную кандидатуру на пост президента нашей страны. Для бизнеса самое главное – это стабильность, предсказуемость, единство, согласие. И это может обеспечить только наш лидер. Под руководством Нурсултана Абишевича Казахстан достойно проходил через многие испытания и кризисы, и бизнес-сообщество абсолютно убеждено, что только наш лидер нации сможет повести страну и дальше, и особенно в предстоящий турбулентный период. Более 20 лет уверенного развития нашей страны подтверждают, что под мудрым руководством любые испытания можно не только преодолеть, но и стать еще сильнее. Поэтому мы, медики Казахстана, верим в вас и поддерживаем все ваши инициативы. И как медик могу сказать, что сердца всех казахстанцев должны биться вместе, в унисон. Тогда Казахстан будет здоровым и процветающим. Мы выбираем успешное, стабильное государство, занимающее достойное место в мире. Мы выбираем сильного и мудрого лидера, который беззаветно служит стране и народу. Мы выбираем вас, уважаемый Нурсултан Абишевич. Специальный выпуск с 16-го съезда партии «Нур-Отан» смотрите сегодня в 21:30 на нашем канале.